Всем привет, ребят, с вами Тошик, у нас на обзоре, не знаю как, в 17-й ферме появился К7, это или пародия, типа добавили капот или сделали вот такой трактор в двух версиях, один тюнингованный, другой нет, вот по стандарту, вот у нас трактор, вот такой на видончик, вот так. У нас на спакос открываются дверки. Свет в салоне. Компьютер должен ставиться, а ничего-то не ставится. Так, ладно. Ну, все, заработали. Свет у нас есть. Маячок мигает. Свет так прикольно, и туманка есть. Кнопки какие-то работают, рычажки, тут всякое этот, ребят, переключение, короче, видно все по феншую. Кроме педальки тоже даже анимируется. Вот, ребят, у нас так, второй у нас стоит, вот он. Тут. Так, ребята, вот у нас... Получается. О, вот у нас. О, завелся. Так, оп, все, показывает. То же самое. Вот нас, ребят. Тут видишь, открывается этот. Ну, как по 17-ке, по стандарту. Они у нас продаются, где трактора. Вот. К7М. У него по стандарту 428 лошадей, это слесаешь большой двигатель, 8 литров бак, 45 км вьюшную скорость. По стандарту 350, станет движок Mercedes-Benz, то же самое, что в 19-й, резина стандартная, спарка стандартная, Turex с белыми дисками, спарка серая, спарка светло-серая, стандартная резина, освещение пенин 2, 3, 4, 5, дизайн стандарт, брызговики, ящик, крепление лопаты и все остальное ставится. Вот так, ребят. Сейчас мы его испытаем в работе. У нас стоит уже на поле. Так. Вот так. Что-то он тяжеловато тянет этот плуг. Хотя должен тянуть нормально, ну тяжеловато, но идет. Да, 7-8 после в горку. Ну тащит, ребят, тащит. Датчики у него нормально все. Работничка ставим. Пошел, ребят. Ну, работает, тянет, конечно, тяжеловато в горку ему идет. Хотя у него вроде под этот плуг у него лошадей побольше, чем должен его не чувствовать, но все-таки чувствует он его, ребят. Солярочку тоже кушает нормально. Очень даже нормально. Ну что, ребят, на этом все, ребят. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, ребят. На этом все. Всем пока и до встречи, ребят. Увидимся.